Томас Алва Эдисон. Парни! Надеюсь, чековые книжки при вас. У меня столько идей, что и 12 жизней не хватит на все. Я сейчас работаю кое над чем, и это изменит мир навсегда. Здравствуйте, я Джордж Вестингхаус. Новая электрическая система Эдисона значительно дешевле газа. Это не лишает вас сна? Самое интересное еще впереди. Мы станем великими! Эдисон обещает через несколько месяцев осветить весь мир. Плиты, стиральные машины, электрические экипажи. С электричеством я могу достичь того же, что уже сделал с газом. Компания Вестингхаус Электрик. Эдисон Электрик. Только мы. Вы богаты? На данный момент да. Вокруг полно стервятников. Их надо гнать. Таким он тебя считает. Не поддавайся на его провокации. Это его стиль. Засудим его. Вестингхаус Электрик сумеет выстоять. Он паразит. Его ток убивает людей. Только потому, что вы так сказали. Мистер Эдисон, если вы впредь будете говорить что-то обо мне или моей компании, я бы просил вас говорить правду. Автоматизация, транспорт, коммуникация. Человек, который будет контролировать этот вид тока, будет контролировать будущее. Вы его вряд ли знаете, но его работы демонстрируют такое понимание вопросов электричества, какого я не встречал ни у кого. Господа и дама, Никола Тесла. Так чем вы занимаетесь? Решаю проблемы за идиотов.